Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, Лига Мастеров, одна звезда, сохранилась? Ага, сохранилась, как же. А меня опять, друзья, скинули в Лигу Сёгунов. Ну, там 11 позиция, я думаю, что за один поединок мы с тобой, наверное, выровняемся, скорее всего. Ну, я, по крайней мере, должен постараться сделать. Так, возьму здесь Бакстера против Бакстера. И, ну, пускай будет Донателло. Хотя, мне кажется, здесь бы, наверное... Нет, Бакстер бы не справился. 61 уровень противников. Бакстер, да, он нанесет хороший урон, но вряд ли он их вырубит. Всех, по крайней мере. Кого-нибудь, может быть, положит. Может быть. Да, двух положил, а остальных, как ты видишь, нет. Поэтому здесь Донателло нам и пригодился. Именно вот для своего вот этого, так сказать, броска сюрикенов. Массовой атаки. Так, ну что, перейдем. Да, ребят, вот мы в Лиге Мастеров. Окей, сегодня суббота. Сегодня у нас субботенька. Остается два дня. И что, ребята, и мы с вами с понедельника опять начнем буст. Слушай, Макман один. Надо его, наверное, прикрыть. Давай поставлю сюда Шархан. Подожди. Не, Шархан, я ничего не говорю, это хорошо, ребят, но у нас разрыв между противниками не очень большой. Он 70 уровня, а здесь противники за 60, ё-моё, 67-е, куда? А Макман не справится. Вот, вот я об этом говорю всегда. Даже Шархан, по-моему, не положит, или... Да, даже Шархан не положил, прикинь. Так, я, наверное, Ваню тут шлепну. И... Да ладно, ну куда? Ну какой хил? Ну иди ты... А если так? Ага. Понятно. Не прокатил фокус. А так если... Да ну ты чё? Ну-ка, топни разок. Чё за фигня, ребят? Чё? Офигенно, блин. Считай, два нормальных уровня персонажа, да? Плюс Шархан. И не разбираем. Блин, меня это начинает уже, честно говоря, поднапрягать. Меня это всегда напрягало, но сейчас это начинает прям вот очень жестко напрягать, ребят. Да какого лешего-то? Какого фига, блин? 67 уровень. Да когда это было видано, чтобы мы так вот сюсюкались с ними так долго? Ну-ка, давай так сделаем. Просто я-то хотел отыграть всех с минимальным количеством применения высокоуровневых бойцов. А получается, что я их трачу, как, не знаю, как патроны, блин. Так, я возьму здесь провокацию на Рафаэля. Это будет 100% гарантия того, что он звезданет по ним в ответку. Блин, Ванька, ну сейчас ты меня удивил. Сейчас он меня удивил, ребята. Всех просто, всех бамс, и они валяются. Тут приходится пыхтеть, там я не знаю как кому, а тут бумс, и все, и ребята просто на отдыхе. Так, ладно, Армагон, пора тебе выйти на поклон. Точнее, чтобы они к тебе на поклон вышли. С просьбой о пощаде, но, походу, дела этого не будет. Он же не пощадит, ведь так? Никого, вообще никого, просто хлопнет всех. Прекрасно. Так, сегодня суббота, сегодня, ребят, событие у нас будет открыто, да? Черепашья буря, насколько я помню, у нас там открывается. Обязательно сегодня надо будет ее пройти. Так, 63-я позиция. Вчера опять весь день духота, ночью ливень был. Ну, такой, знаешь, я тебе скажу, просто освежающий. Не супер ливень, как я смотрю там по новостям. Ливень там просто охрененный, города затапливает. Нет, у нас такой, простенький. Полил, чисто освежил землю. Воздух такой, знаешь, сразу прохладненький стал. Все четенько. И смотрю сейчас в окно. Все в каких-то облаках. Ну, некомфортно, одним словом, друзья мои. Но зато прохладно. Нет этой жары духоты. А как по мне, лично пускай лучше будет прохладно, чем жарище. Так-с. Дохлопни этого сосунка. Все. Сегодня от нечего сделать. В стиме скачал две игрушки. Одну из них стратегия про муравьиный, как это сказать, улей, да? Улей называется у муравьев там. Гнездо, улей, муравейник.
Короче, про муравьев и муравейник. Стратегия. Не знаю, сегодня, наверное, попробую, ребят, снять серию. Вот самое удивительное, я вчера, блин, хотел до последнего подождать. Думал, ну, лягу в часиков 8-9 вечера спать. Включил телек, прилег. Какая-то фигня идет. Какие-то новости или что там, не помню. Ну, отвернулся на бочок. Слушай. Бац, открываю глаза. Половина четвертого ночи. Думаю, ну зашибись. Ну и чё? И опять, ребята, в ту же самую волокиту. Ну ты понимаешь, о чем я говорю, да? Это и называется восстановил себе режим. Сейчас в данный момент на часах 9:15. Сижу, ждал, пока у меня прорендерится видосик очередной, очередная серия по Остров Лунного Камня. Так что, друзья мои, сегодня будет новый видосик. Ой-ой-ой, кто хочет, тот обязательно зайдет и посмотрит. А в той серии я, ребята, улучшил теплицу, но не до максимального количества, а до полумаксимального. То есть там еще один уровень осталось, по-моему, так, и все будет у нас четко. Плюс прокачал... Нет, не прокачал еще, топор хочу, ребята, и кувалду прокачать. И надо уже там как-то нам повышать уровень, потому что мне остается вот в данный момент огненные острова. Вот надо их юзать, огненные острова. Блин, а там мобы 36-35 уровней. Там нашел одну приколюху в плане того, что вот это ОО, что я спрашивал, что это за ОО, очки опыта, да, ребята? И эти растения, которые дают нам повышение уровня, я посадил. В данный момент это призрачная ягода. Но немного. Мне бы семян, вот я потом в следующей серии, если не забуду, опять же, сбегаю быстренько в магазин, в оранжерею, и попробую купить эти семена и прям засадить там грядку фиг знает насколько. Потому что таким способом мы с тобой очень быстро прокачаем персонажей хотя бы до 30 уровня. А там уже можно будет идти и в бой. Потому что мне нужна и огненная сфера, ну ты сам понимаешь, короче. Вот, и потом мы, наверное, уже с тобой попробуем поиграть вот в эту новую стратегию про муравьев. Я еще помню, ребята, она давно была в раннем доступе, но она была недоделана. Сегодня или вчера? Вчера вышел релиз этой игры. Я думаю, многие понимают, о чем там идет, да? Там что-то называется «Войны подземелий», как-то так. Или «Битвы подземелий». В общем, попробую снять хотя бы первый обзор, первый взгляд. Посмотрим, что она из себя представляет. Но я думаю, игруха крутая. Я посмотрел там ролики. Вроде бы неплохо. Подкупает. И видел, да, что в августе выходит «Вуконг». Вот я только не понял, какого жанра. Она наподобие Dark Souls или она будет более, как сказать, линейная такая? Ну, то есть, нет там, куда ты захотел, пошел, а вот чисто идешь. Ну, по графике хорошая, по графике мне понравилось. Тем более, мне Вуконг, сам этот, обезьяна. Я очень много, как бы, в свое время очень много, ребята, и мультиков смотрел, и сериалов. Ну, почему-то она мне нравится, я не знаю. Ну, вы поняли, да, про какую обезьяну говорю, которая объявила войну этому Будде, насколько я помню. Вот, по крайней мере, в мультиках это было так. Я не знаю, как там в мифологии. Вот, и как всегда, ребята, там куча битв. И по графике неплохая. В общем, надо будет это ждать август. А хотя, ты знаешь, на самом деле, ждать августа не так уж и долго. У нас на дворе июнь, тут июль и август. Но в июле еще выходит этот у нас Elden Ring дополнение. Правда, я и первый-то не проходил. Вот меня удивляет моя вот эта вот фигня, что покупаю игрушки одним из первых, да, по акциям там, за хрен знает какие суммы, а проходить их не прохожу. Они у меня просто лежат пачкой. Если заглянуть в Steam, у меня тут, наверное, больше, наверное, 500 игр. Да, ну, наверное, еще больше даже. Это я так навскидку. И, наверное, процентов 60 из них не поиграно. Прикинь, я не знаю, блин. Как вот есть эти вот коллекционеры, которые коллекционируют игры. Ой, игры, какие-нибудь там предметы. Но ничего с ними не делал. Ну, просто, вот я то же самое. Как коллекционер, блин, коллекционирую игры и пофиг мне дальше.
На что? На все. Так, ребят, но тем не менее, мы с тобой перешли в Лигу Мастеров 2 звезды. И, конечно же, я хочу, ребят, хочу сегодня попробовать перейти в Лигу Мастеров 3 звездочки. Вот не знаю, получится или нет уровень. А, не получится, ребят, не получится только по одной причине, что опять же заканчиваются бойцы. И по поводу горячей воды, ребят, я не знаю. Может быть, сегодня дадут, может быть. Написано, что сегодня. Вот, но сказали, что будет сегодня промывочная. То есть они ее включат, будет грязная вот эта вот. Грязная ржавая вода течь. Промывочная ее называют. Вот, то есть и опять целый день, блин, не помыться. Это офигеть, 4 дня без душа. Хреново. Ах, когда на тренировке ходил, там у нас душевые были. Там можно было мыться хоть сколько. А сейчас я пока забил болтец. Ну, вы знаете, почему забил. Из-за плеча, ребята, из-за плеча, конечно же. Вот, и не хожу. Вот грязнулька, ё-моё. По-другому не назвать, грязнулька. В данный момент действительно как грязнулька. Немытый весь этот. Еще плюс жара. Ой. Ядреная смесь, на самом деле. На улицу даже неохота выходить. А я, в принципе, не выхожу на улицу. Вот когда я 3 дня назад ходил в магазин, затарил полный холодильник, и все, мне этого хватает на неделю. Тем более, я не особо такой едок. Я больше все-таки по чаю, по кофе. Ну, такое легенькое. При такой духоте и жаре, вот серьезно тебе говорю, есть. Ну, абсолютно ничего не хочется. Просто вообще ничего не охота. Ничего в рот не лезет, блин. Зато экономия по деньгам офигенная. Ну, мы опять с тобой, как всегда, не в те дебри пошли. Как всегда. Ну, просто, ребят, по игре, мне уже по игре вам здесь сказать абсолютно нечего. Уже вы все знаете досконально. Лучше даже, наверное, чем я. Потому что мы с тобой столько времени играем, и в данный момент вот эта арена, она изо дня в день, она просто, ребят, повторяется. Просто повторяется. Да, есть какие-то нюансы, где ты не ожидаешь, как-то там идет все в кривь и в кось. Ты думаешь, что здесь ты сможешь, а там ты не можешь. Думаешь, что здесь победишь, а ты проигрываешь. Есть такие нюансы, косяки. Но мало там. Раз-два в неделю появится, и все на этом. Самое главное нам пройти арену, заработать сегодня, не знаю, попробуем эксперт снаряжение хоть что-нибудь прихватить. И надо, кстати, посмотреть, сколько у меня осколков, ребят, я вот не помню, если честно. Если у нас уже на этой неделе будет повышение платинового бойца. Я знаю, что вы уже писали, ребят, но если честно, вот вы писали, я как бы не записывал, потому что, ну, слишком рано, куда нафиг записывать. Вот, может быть, есть у кого идеи какие, куда можно, ребята, сделать вот это вот общее голосование, чтобы вы заходили и просто оставляли свой голос за какого-либо персонажа. Я вот что-то, честно говоря, в голову мне не приходит ничего, куда можно, где можно вот это вот все сделать. Какой программой или еще что-нибудь, чтобы там вот чисто писали, потому что в комментариях смотреть там, ну, сам понимаешь, много просто сообщений идет. Ну, просто там привет, привет, там, ты лучший, там, этот, или еще что-нибудь. А именно вот искать вот это вот, за какого персонажа вы голосуете, ну, тяжело, сложновато. Ой, слушай, я сейчас лопухнулся, ребята, я взял одних маузеров, а тут 79 уровень, ё-моё. Упс, опять я заболтался. Твою дивизию. Блин, ну точно, ё-моё, сейчас, ой, он еще и отхиливается. Но это полный крах. Ха, и чё мне делать? Сдуваться, ребята, блин. Смотри, сейчас начнется. Я еще взял-то каких сосунков 61 уровней, господи. Сейчас Бакстер Стокман, если сделает свою фигню, а он ее сделает, ребят. Да что там постепенно. Вот, пошло, поехало. Сейчас следующую, о, еще и усиление. Ну все, тут, ребята, крах. У них отхил, защита, причем на всех персонажей. Тут даже маузеры. То есть у нас тут выживут только лишь маузеры. Вот и мухи досталось. Ее, естественно, начинают прессить. Давай хотя бы Донателло вырубить. Может, получится. Ну, колесом-то этим вырубим мы, Дони.
Бумс, вот и муху вырубили. Замечательно я заговорился, как всегда. Да. Массовый бамс. Офигенно. Офигительно, блин, сыграли, ребятушки. Да какого лешего, Маузер? Ты, блин, оборзил, что ну 78 уровень, ну 100 уровень. Ну чё, ну как так, блин? Ну... Да, ребята. Ты посмотри. А че... Собака, а? Он там 2 раза болтузился, ничего не мог сделать. А тут он просто взял и с удара его завалил. Да. Ну вот, ребят, вот вам элементарный пример. Ну, как? 4 раза этот подонок, блин, бил его, блин. 2 раза я применял этот. Нифига. А когда уже всех разложили, моих, он взял и ударил. Псина. По-другому никак его не назвать, ё-моё. Да. И заболтался еще тоже, блин. Вот тебе и получи. Потому что уже на расслабоне, ребята, играешь, уже, знаешь, не контролируешь там, думаешь, а, это так пойдет, так справится. Ага, справится, потом типа на добивку. Нафигивку, ё-моё. Так, я что, опять никого не взял мощного? А, нет, Армагона здесь взял. Фух. Армагончик, ладно, хорошо. Господи. Так лопухнуться, ну это же пипец. 35-я позиция. У меня бойцов не осталось, ребят. У меня не осталось. Так, берем Армагона, берем Маузеров. Там, по-моему, все. Раз, два, три. Ну вот, последний поединок получится. И... Но мы с тобой, может быть, конечно, есть вероятность, перейдем в Лигу Мастеров 3 звезды, но без закрепа. А закрепиться мы там с тобой не сможем. Просто элементарно не успеем по нашим персонажам. Давай, Армагон, дочикивай их всех. Надоело с ними тут уже. Блин, ну как вот Маузер, а? У него вот эта первоначальная атака, она должна быть мощная. Где он наносит 2 урона. Тем более у него была именно двойная атака стояла. Нет, какой там 26-й. 9 уровней всего пролетели. 9. Ладно, фиг с ним. У нас еще, ребята, завтра воскресенье. Так что за воскресенье уж, а тем более еще и понедельник, мы должны с вами будем разобраться. Мне главное сейчас после этого поединка посмотреть, сколько у нас платиновых осколков. На этой неделе будет, конечно, или все-таки следующая неделя у нас будет конечная на выбор уже персонажа. Так, ну что, это последний поединок у нас был, да? Получается, да, мы с тобой получим там где-то 80-90 позицию. Тут и 80-90. Ну, получается, да, как бы. 10-14 ступенек не хватает. Так, идем в список, смотрим. Не, ребят, не на этой неделе. У нас всего лишь 300, а нам нужно 400. То есть 75 мы получим за эту неделю. И уже только на следующей неделе, ближе к выходу перед моей работой, мы с вами насобираем нужное количество. Так, ну что, серия испытаний. Естественно, пробегаем сейчас быстренько ее. Возьмем Армагона, возьму Маузеров, Кужеголового. Ну, вот так вот. Крысиного короля и Крэнк. Ну и что ты смотришь? Что ты смотришь-то на нас? На тебе колесом. В репу. И то, ребята, не ушатали, а? Пощечина? Ну-ка, давай так сделаем. Ага. На кого там свой бластер поднял, а? Щегол. Строчит он из него, понимаешь ли. Так, с этими паршивцами давай, наверное, массовыми начнем. Ой, как хорошо. Добьешь крысиный король своими крысами? Да, конечно. Добьешь ты. Давай бомбанем сюда. И сюда. Ну, таким-то отрядом фигли не воевать. Да?
Раз-два и готово. Тяп-ляп и готово. Как это? Петя говорил. Петя, блин, говорил. Ну, из мультика-то этот. Вася двоечник или как там? Вася в 39-м царстве. Или Петя. Петя, по-моему же, да? Или Вася. Нет, Петя вроде. Вот меня зацепило. Петя или Вася, блин? Петя. По-моему, Петя. Так, ну что, друзья мои, давайте мы здесь тогда с вами черепашью бурю. Так, нет, вот это возьмем. Пробежим. Я даже поставлю так вот на автобой. Ху. Закрыл, блин, окно, и на тебе духота пошла. Пошла духота. Открываем окно, и пошла свежота. Ну, опять же говорю, ребят, окно закрывай из-за того, что шумно. Вон машина уже начинает ехать. Я даже в наушниках сижу, мне слышно, как вот едут там тачки, машины. Конечно, хорошо, если бы этого не было слышно все на микрофон. Это было бы великолепно. На тебе в табло. Так, ну что тут они? Ну, этих-то ребята не разберут. Донателло фильм остался. Мы ему броню снизили. Ванька его добивает с кулака. Так. Это у нас черепашки-ниндзя ролевые. О, Маузеры решили сделать суперудар. Красавцы. Так, и последняя команда. Ну, а чё постепенно урон не повесил? Ну... Вот заметь, какая логика у бойцов. Вот смотри, они бьют именно того, у кого меньше всего ХП. Так же действуют и они против меня. То есть ты стоишь на... То есть как будто у них там автобой стоит. То есть в первую очередь они вырубают того, кто меньше и слабше тебя. Поехали. Слушай, ну знаешь, в чем проблема? Мы с тобой сыр-то тратим, а хватит ли нам с тобой на поиски эксперт-снаряжения со сыра? Тут 10 потратили. И пятнашка, это уже 25, а там, по-моему, дается всего 70. А у нас еще третий поединок будет. На, пошел. Че ты посмотришь? Так, смертельная волна. Хоп, хоп, нормальненько. Так, на второй волне ролевые игры, блин. Ролевые игры. Ну вот этот удар, ребят, на самом деле у Маузеров, ну вообще слабый. Ну, здесь он почему-то нанес очень много урона. А мы когда играли вот на арене, я этим лучом бомбил. Я урона вообще не видел, чтобы он им нанес. Там не может быть такой запредельной защиты у них, чтобы... Так, чтобы они даже ее не почувствовали. Не почувствовали урона. Так, ну что, здесь последнее. Это у нас кто? Это черепашки видения у нас. Бамс. Так, вызывает Маузеров. Леонардо упал. Ну и все. Изи-изичнее. Раскрутили, разбомбили. И мы двигаемся дальше. И мы двигаемся дальше. Вот, ребят, последний. Ну смотри, двадцатка. И у нас останется всего лишь 27. 27. 8 на прохождение и 8 на... На то, чтобы попробовать... Не знаю, друзья, что-то как-то... Это что там, Рафаэль, не обурел ли, а? Прыгать-то на меня с своей колотушкой. Ну да, инициатива у него, конечно, ребят. На 80-м уровне он ходит первым. Так, а здесь 6 волн. Давайте только не дуркуйте. Опять они свою эту фигню запускают. Правильно, вот это, кстати, правильно сейчас Шреддер сделал, то, что он уничтожил именно Микеланджело. Правильно, что он сделал приоритетом его. Потому что он бы мог сейчас сделать уклонение на всю команду. И, ну, представляешь, уклонение на 80 уровне, это равно как мои сотые уровни. То есть мы, вот это я не понимаю, зачем это, вот зачем Шреддер это сейчас сделал в данный момент. Вот зачем, ну... Чем это ему вот сейчас поможет? Я без понятия. Вот у него бзики бывают такие. Захотелось ему сделать, вот он сделал. Так, Рафаэля, давай. Да что ты опять бафаешься-то? Ну какой баф? Ну зачем этот баф сейчас нужен? Ну. И дыч.
Так. Ребята, вы, смотрю, прибурели там, по-моему. Вот это вот, нафига ты делаешь, а? Вот, Баксер, вот объясни мне, зачем ты сейчас, блин, сделал массовую атаку, когда он там всего лишь 11 стоял? У вас же нет откатов на обычной атаке. Добей его просто обычной атакой. Нет, вот ему, блин, надо сделать именно вот такую фигню. Так, остается, значит, Рафаэль и Леонардо. Ну, Леонардо, понятно. Ох ты, провокацию берет. Не забываем, что, ребята, у него отложена смерть. Почему ее не было, блин? Почему не было сейчас отложенной смерти, друзья? Но она должна была у него сработать. Вот опять парадокс какой-то. Если ты... Или она срабатывает не всегда, я не понимаю. Опять Ванька за свое, ё-моё, взял еще. А этот вообще не легче делает. Уходит в инвиз, он остался здесь последним, он уходит в инвиз. И он думает, маузерит, блин, вот бестолочь, не, нафиг. Друзья, это, да куша поза, у меня не осталось ни одного суперудара. На последнюю волну у меня не осталось ни одного суперудара. Они все потратили их. Нет, вот у супершредера еще что-то есть. Угу. Добьешь ракетами? Добил. Ну и все, друзья мои, черепашья буря у нас, получается, пройдена. Все награды, что здесь были, мы с тобой забрали, собрали. Окей, так, ну что здесь-то у нас? 8. Ну, побежали, фиг ли делать. Так, вот сделаю я. Нам хватит только вот пройти здесь и... Два разика попробовать формануть. Все. Или один там разик. Сколько было? 16 или 24? Я подзапамятовал. Так, постепенно урон. Давай вертушкой добью их. Так, и последняя волна. Стоят и лыбятся, да? Так, Рафик берет на себя провокацию. Правильно делает. Теперь пошли сюрикены. Теперь... Я, наверное, муху, ребят, хлопну. Потому что чую, что она будет хилять. Все, всех массовиков уничтожаем. Ну и саблезуб сам себя сейчас убьет. Вот так вот. И что же нам выпадет? А, тут же не то. Тут выпадет стандарт. Ну чё, попробуем, друзья, я не знаю, получится, нет? Данные крэнгов. И последняя попытка. Снаряжение клан фуд. Здесь все, ребятушки. Так, на ежедневке у нас сколько мутагена? 24 тысячи. Хватит тебе, парень? Хватает. Так, 88 уровень. Нормально. Так, где у нас Леонардо? Видение. Где он? Где? Вот он. Так, значит, нам надо, блин, 18 наушников. 18 наушников. Раз. Два. Три. Ну и началось, короче, зеленая колба, мутаген. Так, 4. И 4, 5, 6. Короче, понятно, зеленая колба и все. 6 и на этом встало. 6. И зеленая колба. 7. Блин, у меня столько, ребята, этих осталось. 29, 28 телепортов. Так, это получается сколько? 9, да? 7, 8, у меня 8 9. По-моему, 9, ребята, мы насобирали.
Да, 9. Уху-ху-ху-ху. А что делать? Надо покупать. А они стоят бешеных денег, ребят. Вот могу только соточку. Давай соточку хотя бы возьмем. Все, ребят, соточку взял. И задание. Задания все выполнены. Все, друзья мои, все. На сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.